Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы приветствуем вас в тележурнале «Кузбасский ковчег». Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы находимся в храме Петра и Павла города Салаира, и у нас три знаменательных события. Первое и самое главное – это, конечно, престольный праздник святых апостолов Петра и Павла. Второе – день города. А третье – православный байкерский ход, который проходит уже в шестой раз. Сложнее всего общаться с молодежью, потому что мы уже вышли из этого возраста. И вспоминая то, как мы росли, мы понимаем, насколько сложно вести с ними диалог, насколько сложно соответствовать именно их уровню, чтобы они нас поняли, чтобы до них достали, до их сердец слова Евангелия. Я сегодня приехала с подругой вот на моем мотоцикле на крестный ход. Крестный ход у нас уже шестой раз проходит. В этом году народу маленько поменьше, чем в прошлом году. В прошлом году вообще было масштабно классно, но надеюсь, в этом году тоже так же будет. Сегодняшний уже шестой ваш такой слет, он проходит под эгидой преподобного Сергия Радонежского. Для государства это год культуры, для церкви это год преподобного Сергия Радонежского. Есть везде разные клубы, но в своем духе вы все едины, в своем стремлении, в своих, наверное, постулатах, хотя у каждого устав, но я думаю, что они едины всех, и в Москве взять, и во Владивостоке, это во всех объединяет. И так что сегодняшнее событие, оно знаково и для вас должно быть. Потому что, видите, вечные ценности, они способствуют тому, что люди объединяются и с помощью этого могут преодолевать различные трудности. Удачи вам на дорогах, пусть Господь сохраняет вас от всех бед, чтобы не было аварий, поменьше их было, но это зависит все от вас. Мне вообще кажется, что в каждом человеке есть две стороны, да, и каждый человек может быть с одной стороны выглядеть положительно, с другой отрицательно, да. Но я не считаю, что байкеры и православие несовместимы, потому что можно быть очень православным человеком в душе, да, можно обращаться все время к Богу и в то же время жить простой жизнью, также быть байкером. И поэтому тут для меня здесь нету различий. Любой человек, будь то байкером, будь то продавцом, сотрудником полиции, также может обращаться к Богу, и поэтому я считаю, что тут ничего такого нет. Почему именно байкерский ход? Я с самого детства занимаюсь мотоциклами. И вот это вот именно детское увлечение, оно переросло в настоящее такое движение. В течение года мы стараемся заниматься именно с байкерами. В любой момент каждый байкер может подойти к батюшке, поисповедоваться, причаститься. Кто-то пожелает осветить своего грозного коня. Кто-то желает повенчаться, кто-то уже крестит своих детей. И эта работа, я думаю, для меня самое важное, чтобы привести как можно больше настоящих православных людей ко Христу. Самая главная наша цель – это показать людям, особенно нынешней молодежи, что не обязательно наркоманить и чем-то заниматься другими плохими вещами, когда можно заниматься гораздо приятным, там, мотоциклами, каким-то видом спорта, но в основном мотоспортом лично для меня. Ну, все остальное при
благословение Божье, я думаю, пройдет успешно. Мы же такие же люди, как и все. Смертные. Да, простые смертные. Такие же верующие. В отдельных случаях как кто-то раньше даже представляется. Кому это? Это все равно приобщение какое-то к духовности. Я, конечно, не совсем церковный человек, но все равно как-то верю и хочу сегодня светить свой байк. Благословляется, освящается байк сей благодатью при Святого Духа, окроплении воды сей священной. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Шествующий на нем, ангелом Божьим храним будешь, и ничто же тебе не вредит. Поздравляю вас. Прежде всего, верующий человек – это христианин. А христианин стремится к свободе. К свободе от греха. Ну и, соответственно, байкер стремится к свободе. Именно это и сочетается в байкерской и христианской культуре. Дорогие телезрители, в этом году победительницей художественного конкурса, прошедшего в рамках международных рождественских чтений в Москве, стала 15-летняя кемеровчанка Мария Чеботарева. Наша программа решила поближе познакомиться с этой девочкой. Итак, знакомьтесь. Те дети, которых не отнимают детство, они в результате потом очень плохо учатся везде. То есть они привыкают к безделью, они привыкают к тому, что вот немножко посидел, все остальное мое время, хочу гуляю, хочу вот в интернете, сижу в компьютере. И они отвыкают от работы. И в принципе уже ведь много изучено и психологами, и педагогами именно, что если не приучить с детства к труду, потом бесполезно уже во взрослом возрасте к чему-то приучить. Вот если ты в детстве его постоянно... Он сидел у тебя возле телевизора, мультики смотрел, смотрел, потом ты его не заставишь учить, не заставишь ты его заниматься. А если ребенок привык с детства постоянно что-то трудиться где-то, то он в одно там место, то в подготовительное где-то там, общеразвивающее, да, какие-то школы ходит, кто-то там в художку уже с маленького возраста, кто-то там в балет пошел, кто-то в театральный уже занимается. Фамилия Чеботаревых, в принципе, достаточно известная в нашем городе. И это и дедушка ее, заслуженный артист России, трубач, который работал очень много лет в симфоническом оркестре. Сейчас он работает в музыкальном театре, в оркестре, и директор оркестра. Его два сына, Георгий и Евгений, музыканты, также артисты симфонического оркестра. Георгий – фаготист, а Евгений – вот папа Маша, пианист. Он и артист оркестра, и концертмейстер, работает с вокалистами. И также у них еще есть дуэт со скрипкой, Аля Брева называется. Когда мы стали выяснять, почему наши дочери так рисуют хорошо, оказывается, у дедушки, то есть прапрадедушка, получается, был профессиональный художник. Сейчас вот дедушка Федор Чеботарев тоже был, оказывается, профессиональный художник. Мы вообще всем своим детям, всем четверым, как бы изначально уже планировали дать музыкальное образование. Все они у нас учились с 5 лет в музыкальной школе. Вот старший был на скрипке, изучал скрипку. Все остальные фортепиано. Ну и кроме этого еще вот младший сын сам просто захотел изучить гитару, а Маша уже потом перешла на вокальное. Вот она в прошлом году у нас закончила вокальное отделение музыкальной школы. Я всегда считала, что это обязательно, чтобы ребенок получил музыкальное образование. Когда со временем наша семья воцерковилась, я поняла, что православная семья вообще обязательно должна быть музыкальной.
Потому что в церкви, ну как, не петь и не слышать то, что поется. И не подпевать тот же символ веры «Отче наш». Когда приходишь в церковь и стоит гул вместо мелодии, ну, просто хочется иногда плакать, что вот у нас православные церкви и народ не поющий. Ведь вы вспомните, даже в советское время, когда у нас церкви были закрыты, а традиции-то православные сохранились с того века. Они, вроде как люди-то неверующие думают, что это вот такая Россия, менталитет. А на самом деле, что все равно это же вековые традиции. Ну вот это вот все лежит на столе, это твои наброски, да? Да. Ну это как идея, то есть дается тема или просто человек... Ну, что хочет, то рисует, то есть на маленькой бумажке, чтобы потом, если будет это интересно, чтобы все сошлось, вся композиция, там, движение, чтобы было интересно людям, которые это смотрят, перенести на большой формат, то есть чтобы большая картина была уже. А это ну, как мысли записывают, как вот... По этой мысли там на бумажку, вот так же и художник. Сначала они должны наметить где-то, а потом уже переходить на серьезный формат. Вот, все. Патриаршей грамоты и ценного подарка в номинации «Роспись по фарфору» за первое место удостаивается Мария Чеботаева, 15 лет. Город Кемерово, Кемеровская епархия. Работа «Церковь Рождества Пресвятой Богородицы», Кутинка, город Москва. Чувство радости, чувство такого немного страха, можно сказать. Ну, все-таки первый раз. До этого-то не награждали, то есть патриарх не награждал. Вот. Митрополит награждал до этого. Что ты делаешь, когда ты рисуешь? Наверное, думаю, что рисовать. То есть я думаю, как лучше изобразить какой-то там... композицию. Например, дают тему, там, праздник. Не просто как-то надо, там, люди пляшут, еще что-нибудь там. Надо как-то необычно это показать, чтобы люди... Нет, это не то. Ну, чтобы радостно, может быть, было. Вот настроение праздника передать. Надо передавать и положительные, и отрицательные эмоции, то есть... то и другое. Эмоциональность и все это надо передавать. То есть сильные чувства, сильные эмоции, вот. Впечатления. Твое отношение к миру, то есть не только срисовка непонятная, то есть не знаю, как объяснить. Когда быстро просто все несется и не замечаешь, что происходит, и, как бы, и уже такое равнодушие к жизни иногда. Вот когда медленно все, спокойно, ты начинаешь рассуждать. Вот. Ну, становишься умнее, мудрее, может быть, даже со временем. Ну, так думаю. Это Николай Фешин, он мой любимый художник. У него интересный... работы. Сложные он использует цвета, и кажется, что настоящие, как фотография иногда. Ну, фотография именно в хорошем смысле. Маша еще совсем маленькая была, ей было буквально 2-3 годика, и мы обратили внимание, что вот как удивительно, как она держит карандаш. То есть вот ее этому не учили, она его взяла сама и начала что-то там выводить, какие-то там крючочки, закорючки. То есть я не замечала в других детях это. Не учили, а она сама взяла и начала этим заниматься. Я поняла, что в ней что-то есть, что именно вот этот дар надо развивать. Oh,
Провалы в религиозных знаниях современных русских людей, конечно, легко объясняются фактами русской истории. Годы атеизма, гонений на церковь, помимо прочего, породили общенародную безграмотность в религиозных вопросах. И многие наши соотечественники, среди причин, по которым они сторонятся церкви, называют, во-первых, свое нежелание иметь каких-либо посредников в отношениях с Богом, то есть священников, обряды и тому подобное. И, во-вторых, просто не знают, как вести себя в храме. Но сейчас у нас у всех есть возможность побольше узнать о культуре и религии своего народа. Сейчас вот эти курсы очень востребованы. Люди хотят знать о своей вере, не просто быть православными только по имени. Потому что вы знаете, когда были гонения на церковь, то от человека не требовалось ничего, допустим, чтобы принять крещение, он мог записаться и креститься. Сейчас я немножко в сторону отхожу, и чтобы показать ситуацию на сегодняшний день. На сегодняшний день люди, которые пришли из 90-х годов, люди старого поколения, они о вере знают, только имеют только поверхностные знания. И себя называют православными, и по статистике около 80% страны себя так называют, именуют православными, но ничего не знают о своей вере. И сейчас вот эта жажда, она очень очевидна, жажда знания о своей вере. И люди хотят иметь представление о вере православной, чтобы уметь правильно ответить, если их вопрошают, во что вы верите. Узнать смысл таинств, обрядов и богослужения, научиться понимать его язык. Наконец, развеять мифы о деятельности священнослужителей. Одним словом, сформировать свое сознательное отношение к православию, получив сведения из первых рук. Сделать это можно на богословских курсах, которые с 2003 года действуют в городах и поселках Кемеровской области и доступны всем желающим. Занятия проводят священники и преподаватели высших учебных заведений Кемеровской области. Слушатели изучают Священное Писание, знакомятся с православным богослужением и вероучением, историей православной церкви, ее искусством, церковно-славянским языком. Наряду с этим учащиеся получают представление о традиционных мировых религиях и новых религиозных организациях. Человек может просто прийти, получить знания, здесь никаких преград нет, чтобы мог узнать о православии из уст священника. Да, и уже определяться. Бывает, что человек, вот как князь Владимир, выбирает, то есть может посмотреть основы православной веры, также изучаются другие религии, и человек может определяться. Да, здесь насильно, даже Бог не может нарушить волю человека. Бог уважает волю человека, также и здесь, конечно, никакого навязывания нет. В программу обучения также входят спецкурсы, вызывающие особый интерес у слушателей – православие и литература, православное краеведение, вера и знания и многие другие. Информацию о православных богословских курсах можно получить во всех храмах города, а также на специальном сайте. Дорогие телезрители, нам очень важно ваше мнение о нашей программе. Пишите и звоните нам. До новой встречи!